Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого кулона. Начнем. Для работы нам понадобятся следующие цвета полимерной глины и ненужные остатки. Фимогель, лезвие, скальпель, бронзовая пудра, дотс, игла, небольшая отверточка, кисточка, щетка и маленькая иголочка. Раскатываем черную полимерную глину в пласт 2 мм толщиной. Лезвием делим его пополам и кладем один пласт на другой. Щеткой наносим точечную текстуру, а лезвием задаем необходимую форму. Тонкой иголочкой текстурируем вторую сторону заготовки. Оставшиеся цвета полимерной глины раскатываем в пласты 1 мм толщиной. Каждый пласт текстурируем щеткой и разрезаем его на произвольные геометрические фигурки. Кроме самого светлого цвета, из него делаем дополнительный декор для кулона. Фигурки чередуем и укладываем на оставшуюся часть заготовки. После этого я сделала по контурам фигурок небольшие отверстия при помощи отвертки. Сорную пластику разминаем и раскатываем в пласт 1,5 мм толщиной. Режем его на полоски, не слишком широкие.
Окрашиваем полоски бронзовой пудрой, укладываем их по контуру светлой заготовки. Раскатываем еще один пласт из остатков полимерной глины, но толщина его должна быть меньше, около 1 мм. Также разрезаем его на тонкие полоски и окрашиваем их пудрой. В окантовке я сделала дотсом углубление и капаем туда фимогель, чтобы глина хорошо сцепилась между собой. Укладываем перемычки. После этого отправляем кулон на обжиг при температуре, указанной производителем. Когда кулон остыл, я присоединила фурнитуру и готово! Вот что у меня получилось в итоге, а наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков! Пока-пока!